Лёпа! Детская познавательно-развлекательная программа. Здравствуйте, уважаемые друзья! И прежде чем мы начнем... Итак, рад вам сообщить, что появилась новая авторская анимация от самых юных мультипликаторов города Ставрополь. Они лепят своими руками, рисуют, озвучивают для вас. Каждый сценарий они разрабатывают сами, вкладывая в свои работы большое количество труда. И именно поэтому сегодня вы увидите интересные короткометражные истории от наших мультипликаторов. Ну что же, друзья, не буду долго задерживать ваше внимание на себе. Извольте посмотреть мультфильмы. Приятных впечатлений! Are the hosts here? Let's raise this place. What are we going to do now? A man has destroyed our home. We have no place to live. And I had my food supplies hidden there. We need to get away deep into the forest. A man will get there soon too. We have no choice. We either die here, in the fast ground, look for a new home. Well, let's take the road then, away from this savage. We need to stick together. We have more chances to survive. More chances. Sing, 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 sing
мяч. Оп-оп, владение мячом. Дай мне. Зачем ты так далеко ударил? Да у нас есть еще один мячик. Ну когда я вас всех отведу. Подкат. Ай-ай, моя нога. Желтая карточка. Ладно, ребят, все со мной хорошо. Давайте перейдем к штрафным. Это Урал? Это же бегемоты. Сейчас опять будут предлагать играть. Эй, вы, забиваки. Ну что, сыграем 2-2? Хорошо, один на воротах, один в поле. Хорошо, начинаем игру. Я пока на воротах. Хорошо, а я их покатаю в поле. Оп! Гол! Ничего, мы сейчас отыграемся. Сделаю ему подкат. Я мигом. Оп-оп-оп. Ай, вы чего? Ребята, ну это грубая игра. Штрафной удар. Да, прямо в девяточку. Кажется, мы опять пропустили. Разводим мяч. Не успеешь. Попробуй, забери. Оп! Гол! Ты чего толкаешься? Получай! Да я тебе сейчас! На тебе! Промахнулась! Да я сейчас во всех! Эй, буквы, вы чего деретесь? А вот чего! А ну-ка, всем смирно! Буквы, успокойтесь! Вот так, молодцы! Дамы и господа, добро пожаловать на соревнования по спортивной гимнастике. Какие великолепные движения! Она уверенно идет к первому месту. Победителем становится Быстрова Кира. Медаль за первое место. Друзья, выпуск очередной телепрограммы «Лёпа» окончен. Мы показали вам детскую анимацию, результат длительных трудов. В следующей программе вы увидите еще больше новых работ. Оставайтесь с нами, друзья. Пока-пока.